Тим Макфарленд. И Мэтт Кренли. В фильме «Прощай, Маркс». В ролях Рэйчел Маклин, Натаниэль Фэрингтон, Роб Лич и Уэсли Этьен. Режиссер Чарис Орхард. Автор сценария Стивен Катц. Продюсеры Чарис Орхард и Стивен Катц. Время от времени в списках бестселлеров появляется книга, которая не просто продается. Она меняет взгляды целого поколения. Сегодня мне посчастливилось поговорить с тем, чья жизнь стала основой литературного шедевра. Верно ли, что ваше знакомство с общиной было случайным? Да, я тогда собирался идти работать врачом, и мой студенческий роман внезапно закончился. Привет, детка. Как квартира? Я тебе не детка, Стив. И забери все свои вещи. Сегодня же. Ясно? Куда забрать? Ты меня бросаешь? Джули, ты так много для меня значишь. Да, квартира твоя, но... Я только сегодня вышел на работу. Добрый день. Мне срочно нужна комната. У вас есть сейчас места? Сейчас ничего. Вы не понимаете, я спасаю людей. Я важный человек. Да, но мест нет, доктор. Спасибо. Так вот, чем ты теперь занимаешься? Элден? Говорят, ты продаешь картины? Да. Весной получал по 13 тысяч фунтов за холст. Кто покупает? Люди. Без мозгов. И много таких? О, да. Полно. Элден, у меня проблема. Тебе сейчас негде жить. Все малость сложнее, но по сути, да. Звони вот им. Самопровозглашенный герой рабочего класса по имени Руперт. Вроде собирает новую коммуну. Руперт? Герой рабочего класса Руперт? Стивен, моя семья приехала на этот безумный островок в 1939 году. И за все время, что мы тут, мы поняли одно. Что же? В Лондоне всегда есть какой-нибудь герой рабочего класса по имени Руперт. У него есть друзья. Марк с Филом, помнишь? Из университета? Берегись. Они опасны? Серьезно, Элден? Марк, положение отчаянное. Я не могу поверить, что наше общество не защищает тех, на ком оно держится. Своих столпов. А как назначают столпом общества? Надо сдать экзамен? Врачи – столпы общества по умолчанию. Фил, ты тоже. А полиция и учителя? Осколки отвалившейся кладки. Ты в прошлый вторник вернулся из Индии? Да, да. Так, может, было разумнее вернуться чуть раньше, чтобы найти жилье до того, как выходить на работу столпом общества.
Ну, спасибо за помощь. Но, раз ты в отчаянии, если ты правда в отчаянии... И что? Это типа кибуца? Я бы так не сказал. Это на востоке Лондона. Здание принадлежит церкви, так что арендная плата ниже. Представь, раньше там жили монашки. Там есть 6 мест, а нас пока 4. Но нам придется его убедить. Кого? У вас там что, архиепископ? Руперт очень умный парень. Кто придумал идею создать коммуну? Больше всех идеями коммуны увлекался Руперт. И как только нашел дом, стал искать сподвижников. Привет! Входи. Ладно. Залезай. Вода что надо. Я видел его с дороги. Круто смотрится. Да, это собственность церкви. И нам досталось по дешевке. Это бонус святости. Минус 20% при проверке веры. Веры? Фил недавно ходил на исповедь. Святой отец, я согрешил. Ты Стив? Да. Аренда. В среднем выходит по 100 фунтов в месяц. Для тебя, как счастливчика на госслужбе, 200. Значит, большая комната? Нет, твоя будет самой маленькой. Ладно. Стив, привет. Можно посмотреть комнату? Вот, вся твоя. Слушай, Руперт, 200 фунтов за это? Знаешь, доктор... В этой общине нас объединяет убеждение, что пока мир страдает под гнетом капитализма, в этой среде мы живем как хотим. Что? Руперт не платит аренду. Ты не платишь? Стив, я воспользуюсь этим шансом и спрошу прямо. Ты сейчас занимаешься какой-либо частной практикой? Нет, я ассистент. Рад это слышать. Если бы ты пытался продавать свои услуги, ты бы не имел шансов жить с нами. Стой, то есть как? Ты не работаешь? Работа? Это так неприлично. Ты же закончил Кембридж. Да. И я хочу подчеркнуть, что старался похуже сдать экзамены. Что это значит? Руперт безработный? Mr. Crumb, won't you realize? I think about you day and night all the time. We can fight if you wanna fight. I train for it every day and night. Да, у меня приличная работа. Каждый месяц получаю больше, чем тратил за год учебы. И я ожидаю повышения. Скоро должны позвать на собеседование. Ведь я... Из Ливерпуля. И там все было очень консервативно. По сравнению с моими знакомыми, Руперт – неокоммунист. А Дэйв пишет диссертацию. И ничего за это не получает. Но если смотреть на дело более широко и сравнить мою аренду с тем, что платят эти тупые яппи, это не так уж много. То есть вы оплачиваете его безделье? Ну, Стив... Наше общество оплачивает безделье 8 миллионов человек трудоспособного возраста. Они сидят и ничего не делают. Но это никого не беспокоит.
И Руперт не бездельник. Он разработал идею этого дома. Дело не в деньгах. Он наставляет и поддерживает нас. Он организует революцию почти каждый день. Так, предлагаю сделать Дэвида ответственным за чистку ковров наверху. Идет. А ковры внизу? Я выбираю Марка. Ах, ты выбираешь Марка. Филипп, спасибо, что вызвался. С коврами внизу решили. Что еще на повестке дня? А христианство? Думаешь, я справлюсь? Я как-то читал Новый Завет. Мы с Филом тогда ездили по Европе. Но до конца не добрался. Как думаешь, мне соглашаться? Нет. Стив, когда ты заселяешься? Открыто! Парни, тут здорово, правда. И вы супер. Но я... не знаю, мое ли это. Привет, парни. Ребята, это Дженет. Дженет, ребята. Привет. 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 Тут свободно? Спасибо. Привет. Ты, наверное, и есть тот новенький. Руперт сказал, что ты врач. Как мой бывший. Но я его бросила. И забери все свои вещи сегодня же. Ясно? Да. Да. Стив сказал, что он не уверен. Нет, знаешь, это же срочно. Мне надо перевести вещи до среды. Если можно. Можно, конечно. Это надо будет отметить. Да? Не напрягайтесь. То есть через неделю вечеринка? А что? Да, да, есть. There's a copper gonna stop us, come and get your pension. Как твоя докторская? Как дела? Вам в медицинском не говорили об опасности частой мастурбации или типа того? То есть вряд ли это опасно? Филипп, что они там делают? Привет. То есть вам не показывали презентации с фото типа «Вот что стало с парнем от частой мастурбации»? Нет, ни разу. Он спрашивает, можно ли так много дрочить? Я включу музыку снова. Не говори про это Руперту, чтобы он ничего не подумал. Ты много успел? Надрочить? Нет. Сколько страниц написал? Ах, да. Ты не писал диссертацию. Надо много готовиться. Собирать материалы, а еще куча консультаций с куратором, переписка с методистом, в общем... Так сколько написал? Нисколько. И что ты тут делаешь?
если можно узнать. Мне нравится этот район. Атмосфера. Нам надо поговорить. Давай завтра в кафе. Ладно. Как дела? Слушай, Стив, мне правда жаль. Но я не знаю, тот ли ты. Понимаешь? Наверное, я должна сказать, я встречаюсь с бразильцем. Он отвечает за продажи южноамериканских фруктов в Северной Европе. И только? Для всей Европы недостаточно умен? Думаю, ему хватит ума и на это. А может... Может, он испугался брать на себя лишнюю ответственность? Вряд ли он испугался. Знаешь, его зарплаты за Север Европы и так хватает на его образ жизни. И мой. И он играет в теннис. Даже брал меня на турниры. Как ты только справляешься с таким потоком денег? И от родителей, и от этого парня. Трудно, наверное. Я думаю, что коммерция – более подходящее занятие для зрелого мужчины. Вот где настоящий доход. Не показной. Никаких излишеств. Ты знаешь, сколько человек в Лондоне получили в Рождество бонус более 1 000 000 фунтов? 4 000. Да, как ты узнал? Мне Руперт сказал. Кажется, я слышала. В общем, это были одни мужчины. Зачем тогда вообще работать? Как с ними конкурировать? Ты получил бонус в больнице? На прошлое Рождество представитель компании подарил мне жгут. Красный. И зачем он тебе? Для флеботомии. Знаете, доктор, женщину таким не соблазнить. Джулия. Как тебе комната? Там тесно, но мило. Есть над чем поработать. И мне надо привыкнуть. У Джулии было так просторно. Но раз Руперт решил... У Руперта сейчас много дел. Он всегда занят. Весь в делах. И что он делает? Сегодня он пытался не дать Америке бомбить Иран. Он боится конца света. Каким образом? Портил бомбардировщики? Нет, он стоял у посольства и что-то кричал. А вечером он будет мешать... Нет, помогать беженцам. Ты был на его встречах поддержки беженцев? Нет, не был. Сходи. И ты должен быть рад жить с нами. Да, хорошо хоть где-то жить. Но разве платить больше других справедливо? Конечно. Я мог бы платить в 3 раза больше. Ты говоришь, как он. В городе 1000 квартир. Ты понимаешь? Да? Да, мне случалось заметить. И там очень скучно. Это ты заметил? Что происходит в обычных домах? Ничего. Совсем. Телеканалов все больше и больше. А? Смотреть? Нечего. Руперт классный. Я его содержу, но я плачу за веселье. За веселье стоит платить. Блин. Да. Стивен, это доктор Лачман из больницы. Намечается очередной банкет, где нам опять будут втюхивать лекарства. Билетов мало, но... Ты хочешь пойти?
Да, да, конечно. Супер, отлично. До встречи. Джулия, как дела? Я в художественной галерее. У нас сегодня открытие выставки Фена. Кого? Это француз, о котором все говорят. Приходи. Нет, я не могу. У меня рабочая встреча. Мне надо там быть. Это важно, но я... Я могу завтра. Завтра я в Париже. Ну, тогда будь осторожна. Там много французов. Боб, насчет сегодня? Да, насчет сегодня. К сожалению, хоть я и обещал, ты не сможешь пойти. Девочки снизу хотят прийти, и тебе придется уступить место. Но я хочу помочь тебе в карьере. Так что идем. Давай-ка. Люди ждут. Здравствуйте, мистер Уилсон. Как дела? Так же. Так же? Ладно, я позову врача. Позову медсестру. Не врача, медсестру, не врача. Можно ручку? Конечно. Не врача, сестру. Так. Ладно. Медицина — это мир в себе. Начиная работать, я думал стать ортопедом, но побоялся предрассудков в обществе. Я вас понимаю. Да. Частная практика. Вот где деньги. Особенно на... Харли-стрит. Ни один коммерческий директор не сравнится с ними по доходам. Но, конечно, надо начать с хирургии. Давай. Они ждут. Как самочувствие? Сегодня не очень. Не очень, ясно. Я сейчас... Дело не идет. Не пропишешь мне что-нибудь? Я позвоню завтра. Вы позвонили в Кингс Колледж. Оставайтесь на линии. Кингс Колледж, здравствуйте. Можно поговорить с Дэвидом Кронкайтом? Аспирантом? Да, с ним самым. Сомневаюсь. Он не придет раньше половины одиннадцатого. Мне перезвонить в 11? Нет, тогда у них перерыв. Надолго? Официально на час. Ой, я звонил тебе в универ. Это будет мой главный тезис, когда пойду избираться, увеличить лунки в гольфе. Все будут за меня.
Кто будет голосовать за идиота вроде Руперта? В нашей стране это 20-30% голосов. Верно. Так. Надо мне заняться докторской. Как успехи? 9000 слов. Супер. Ну, немного в разнобой. И программа не понимает техническую терминологию. Я им показал. Вот увидите. Я их напугал. Он был в посольстве Китая. Даже вошел внутрь? Нет, кажется, он просто кричит с улицы. Проверить текст? Да, давай. В имени Кронкайт только две «к». Прости. А что с переменными? Как ты обозначил символы? Я назвал их все X, и в итоге получился 0. Нет уж, я сделаю. Привет, Дженнет. Как у тебя дела? Я должна кое-что сказать. Но мне немного стыдно. В чем дело? Кажется, я влюбилась в Руперта. Мой папа ведь был полицейским в коммунистической Польше. И тогда все было намного лучше, чем сейчас. И Руперт такой амбициозный. Он же нищий. Он мне сказал, что какой-то журналист хочет взять у него... интервью для газеты. О, Господи. Он будет знаменит? Ну, для «Эхо Лондона». Так знаменитым не станешь. Они его даже сфотографируют. Что он наденет? Он хочет одеться, как Че Гевара. Руперт классный. Потому что у него есть убеждения. И какие же? Он верит в учение Карла Маркса. Этого парня в берете на стене? Нет, в берете был Че Гевара. Карл Маркс тот, что с бородой. Ненавижу бороды, Дженнет. Они хотят взять у него интервью, как у местного героя. Дженнет, он так никогда не разбогатеет. Поляки все были марксисты, а теперь водопроводчики. Но зато в Польше было безопасно. А теперь одни наркотики, проститутки и мафия. При марксистах никаких наркотиков не было, и все были счастливы. Конечно. Слушай, я встречаюсь с миллионером. Его зовут Владимир. Думаю, хочет забрать меня в Россию. Россия? А как же Стивен и другие ребята? У Стивена нет никаких амбиций. А другие ребята смертельно скучные. Руперт абсолютно нищий, и они за него платят аренду. Но я бы тоже заплатила за него. Там есть комната, и я так хочу переехать. Ты можешь поговорить с Рупертом? Ты серьезно, Дженнет? Если жить с мужчиной, то чтобы он платил за меня. Да, я знаю. Но я хотя бы буду с ним. Он прекрасен. Ты ведь мне поможешь? Ну ладно. Это хотя бы лучше, чем жить с полицейским. Я знала, что ты поможешь. Привет, я Билл из «Эхо Восточного Лондона». А вы Руперт? Да. Прошу, садитесь. Я так понимаю, вы организовали альтернативную коммуну в этом районе?
Верно. И вы думаете, что в Хэкни ей будет место? Конечно. Великие политические умы всегда забывали про эту часть Лондона. В Хэмпстеде был Карл Маркс, а в Блумсбери была эта площадь. Думаю, пора и Хэкни иметь. Значит, это ответ группе Блумсбери? Да. У вас есть книга? Простите? Ну, вы знаете, обычно великие умы пишут какие-то книги. «Богатство народов», «Майн Кампф». Я веду интернет-блог. У нас есть газета и сайт в интернете. Вы могли бы попасть в оба. Какой ваш любимый цвет? Синий. Уверены? Да, вы правы. Давайте скажем, что красный. Вы участвовали в движении «Захватим Лондон»? Да. И жили в лагере у собора Святого Павла? Нет. Вы не представляете, как там воняло. Но я очень активен в вопросе фермерства в Африке. Фермеры Африки продают свой урожай на Запад, хотя должны кормить свою страну. Уверен? Только запрет африканского импорта победит голод в Африке. Без сомнений. То есть вы еще и борец за экологию? Вы правы. А что вы думаете о стиральных порошках? Как вы решите этот вопрос на государственном уровне? Да, Билл. Многие так называемые борцы за экологию тратят время зря. Когда я буду у власти, всех ксенофобов и тех, кто использует вредные стиральные порошки, расстреляю. Расстрел? Не виселица или гильотина? Гильотина. Я презираю французов. Даже сыр меня бесит. Расстрел — единственный выход. Так бы решил Че Гевара. Ваши последователи также преданы идеям социализма, как вы? Они только о нем и думают. Их преданность делу не знает границ. И они опасны. Насчет преследования полиции и молодежи в Восточном Лондоне. У вас есть своя точка зрения? Я провел много времени в районе станции метро, и могу сказать точно, полиция злоупотребляет правом на личный досмотр. Вас задерживали? Нет. Боюсь, что нет. И вы полностью преданы идее социализма? Если б я мог, то разбомбил бы Аскот. Я принес реквизит для фото. Смотрите. Думаю, это можно использовать, чтобы подчеркнуть сходство между мной и Че Геварой. Отлично, так и поступим. Ого. Отлично. Да. Как я выгляжу? Да, слегка вот так. Прекрасно. Как будто вы читаете ваше любимое место. Да, да. Да. Попробуем что-то еще. Да, отлично. Вот так. Мне нравится. Вива революция! Вива революция! Вива революция! Это фото для газеты. И что? Тут нет звука. Это фотографии. Я хотел добавить реализма. Ясно. Да. Попробуем что-то еще. Ничего, что он голубой. Не страшно. Снимки черно-белые. Вива революция! Вива революция! Вив ля революсьон! Вив ля революсьон. Это ведь по-французски. Да. Но раз вы хотите быть Че Геварой, вы должны говорить по-испански.
Я на днях говорил с редактором, и он сказал, что 60% наших читателей – женщины. Я подумал, может, вам стоит снять рубашку во благо революции. Серьезно? Конечно. Ого. Думаете, женщины так же падки на обнаженную плоть, как мужчины? Поверьте, еще как. Вив ля революсьон! Да, да, отлично. Отлично. Недавно я узнал, что могила Карла Маркса под охраной. Если меня убьют в ходе революции, я хочу, чтобы у людей был свободный доступ к моей могиле. Как вы хотите умереть? От пули агента ЦРУ. Скажите, Марк, если вспомнить, что было года три назад, когда опубликовали статью о Руперте, когда Руперт понял, что из него сделали сексуальный объект, а не вождя революции, он расстроился? Нет. Когда Руперт увидел статью о себе, его эго выросло до огромных размеров, и нам приходилось выслушивать все его больные идеи. Что это? Это было рядом с унитазом. Кто это поставил? Это гладильная доска. Я вижу, что это такое. Что она делает рядом с унитазом? Она там стоит. Рядом с унитазом? Который люди используют? Писают в него. И часто с очень низкой точностью. А значит, чаще всего прямо на эту самую доску. Вы понимаете? Да, но она высохнет. Что? Я глажу на ней свои рубашки после того, как постираю. И я кладу их на высохшую мочу. А потом иду в них работать. И люди видят меня в ней. То есть рубашка, которая касается моего тела, пропитана мочой Руперта. Если ты хочешь жить в общине, ты должен жить по ее законам. Ну так, вот вам новый закон. Он... Нельзя. Ты не входишь в комитет. Что мне с ней делать? Заполнить, я думаю. Они правда хотят, чтобы я пришел? Какое число? 15-е? Ты даже не помнишь? А как мне запомнить дату, когда они ее меняют? Что это? Ты решил стать практичным? Нет, это резюме. А ты когда пойдешь работать? Работа? Это неприличное слово. Зачем вам работа? Такие правила. Надо идти на собеседование, когда его назначают, иначе прощай пособие. А получив работу, ты сможешь сам платить свою аренду. Обычно биржа не посылает ко мне таких высококлассных кандидатов. Закончить Кембридж с отличием — потрясающе. Я поражена. Вам придется работать с детьми, раз это детский сад. И я задам вам очень важный вопрос. У вас есть проблемы с полицией? Да. Да? И какие? Одевается ужасно. И они дают ему деньги? Если ходить на собеседование и заваливать их, то обязаны платить пособие. Вот как? Вот так. Одеваются ужасно? Только он мог это придумать. И он сохранил жилищную льготу? Да. Так, курить запрещено. Никаких сигарет в доме. Думаю, мы все согласны. Следующий вопрос повестки. Кто займет свободную комнату? Филипп? У тебя были какие-то идеи? Да, Крис парень с работы. Он только что расстался с девушкой.
Кстати, о девушках. Думаю, нам надо подумать о гетеросексуальности. Она стала культом мейнстрима. И мне кажется, что это слабое место нашего сообщества. Где ты видишь тут мейнстрим? Ты считаешь, что мейнстрим — это плохо? Потому что тебя так научили? Филипп, еще идеи? Ситуация накалилась после неудачной демонстрации Руперта. Он весь день пытался спровоцировать полицию на митинге перед девушками из женского колледжа. Руперт полчаса кричал оскорбления в адрес какого-то парня в желтой светоотражающей куртке. А это оказался охранник парка. Руперт не надел в тот день контактные линзы, так что его ошибка понятна. Но тех девушек он больше не видел. Вернувшись домой, он решил отомстить им, поселив с нами защитника прав геев. Да, он местный актер. Гей. Но это ничего не меняет. Он только что расстался с парнем. И я сделал ему предложение войти в нашу общину за 82 фунта в месяц. Войти? Что? За что ему скидка? 80 фунтов? Мы должны трудиться больше. Слышали, как правительство сократило поддержку актеров? Не говоря уже о дискриминации в пользу так называемой нормы. Мы дали Энди понять, те, кто подвергается дискриминации, получат в нашем сообществе материальную поддержку. И он совершит каминг-аут официально. О, так если мы скажем, что мы геи, то получим скидку в 20%? Нет, это так не работает. Ты бессердечен. Ты слишком мягкотелый. Ты не понимаешь, как надо с ним общаться. Помнишь, как в универе он говорил «спасибо» и «пожалуйста» торговым автоматом? Руперт пытается запретить стиральный порошок. Именно так. Перейду к следующей теме. Стиральный порошок. Эта штука губит окружающую среду, и мы должны с ней бороться. Я хочу, чтобы вы проголосовали против использования этой гадости в доме. Дэвид? Все, кто за, поднимите руку. Единогласным решением мы запрещаем использовать здесь обычные стиральные порошки. Стирка, если ее можно считать необходимой, в мире не хватает питьевой воды, должна производиться с использованием экологически безопасных средств, доступных на рынке. Отлично, Дэйв. Я знаю, как трудно сказать слово «рынок», которое с огромным трудом нашел наш товарищ. Мы не все социалисты. Простите, просто наш друг Фил. Он в свободное от капиталистического рабства время нашел экологичный порошок. Правда в том, что никакие правительства не спасут планету. Только мы. Можно уточнить про мои разговоры с торговыми автоматами? Мне стыдно, что Марк это вспомнил, но я хочу отметить, что так было лишь пару раз. В основном... На первом курсе. К выпускным экзаменам я почти отучился от этого. Энди, рад тебя видеть, чувак. Это мамино ожерелье. Круто, входи. Тебе тут понравится. А как насчет стирального порошка? Не думаешь, что это слишком? А мне-то что? Они все одинаковые, только в разных коробках. Если Руперт этого хочет. Меня больше волнует диссертация. Половина жителей этой страны не сможет найти на глобусе Великобританию. Я уже изучал этот вопрос, и в Америке таких людей почти 60%. Только подумай, что это значит. Что? Что американцы немного тупее нас? Суть этого в том, парни, что при такой слабой системе образования в стране, как можно ждать от наших детей, что они найдут эту самую страну на карте?
Благодаря прогнозу погоды. Форма очень заметная. Слушай, Руперт, чего ты хочешь добиться? Получить помощь как беженец? Если сложить все деньги, что он потратил на помощь одному беженцу из Африки, и послать их в Африку, знаешь, сколько жизней можно спасти? Ты козел, Дэвид. Скажи ты такое на публике, ты бы никогда в жизни не получил приличную работу. Руперту это очень важно. Какое-то время Руперт ходил на политические демонстрации в центре Лондона. Это была его страсть со времен учебы, и раз он был безработным, то мог ходить постоянно. А в конце сентября устроил собственную демонстрацию в Гайд-парке и даже убедил всех нас прийти. Говорят, что в этом обществе ценят права человека. Но я с этой платформы говорю вам, что это обман. 1% жадных становится богаче, а остальные гниют заживо. Неравенство доминирует, и наша задача — бороться с ним. Стив сказал Руперту, что должен оперировать смертельно больного ребенка и не сможет пойти с нами. И Руперт поверил. Поддержите наше дело! Долой неравенство! Присоединяйтесь! Приходите, поддержите нас и идею революции. Оккупируйте Лондон. Привет. Разменяешь двадцатку? Как обычно? Да, здорово. Спасибо. Давай, старик. Пока. Я хотел надеть куртку, но Руперт сказал, что замерзнуть невозможно из-за глобального потепления. Тогда меня волновала уже не политика, а его непонимание погоды. Будь это июль или август, я бы, наверное, поддержал идею сбора средств. Привет. Стив? Какими судьбами? Я шел в бар. Думал выпить, пока Руперт занят. А, да-да. Я скоро приду. Ну, много сегодня денег собрал? Вот. Что думаешь? Ты сам собрал? Нет, разумеется. Там же холодно. К тому же здесь я получу больше, чем стоя на улице. Зачем стоять на холоде 4 часа? И ради чего? 20 фунтов? Я сделаю 200, сидя здесь. Не забывая про пиво. Руперт это знает? Это вряд ли. У него ведь мегафон. Да и какая разница? Если бы он управлял страной, он бы все равно украл у меня все, что я заработал. Спроси его про налоги. Он тебе все скажет, подробно. Это был вопрос равенства? Тогда он придерживался этой идеи, но по сути они дошли до лозунга «собственность — это кража». Руперт считал, что любая попытка владеть чем-то уже преступление. Когда я начал заниматься этим делом? Финансовыми консультациями для богачей? Да. Сначала я брал за это ничтожные деньги. Но потом я понял, что если просить гигантскую сумму, люди куда охотнее соглашаются. Скажем, ты на ночной смене, и медсестра тебе предлагает это самое. Ты бы смог? Прямо в палате. Да? О, мистер Бурроуз. Да, да. Получилось? И партнеры упомянули наш вклад в проект? Да? Что? Что значит не смогли? Боже, прямо так и сказал. Но сам отчет был в порядке, да? Отчет им понравился? Но... Кто-то заметил мою рубашку. В смысле, заметил, что ты в ней? Черт! Ты это видишь?
Понимаешь, что случилось? Дело не в Боге и политике. И точно не в принципах. Нет. Дело в крыше над головой. И моих взглядах на социальные контакты. Но в конечном итоге дело в стиральном порошке. Какого она цвета? Это реклама порошка? Мой босс это увидел. Он так сказал? Нет, секретарь сказал. Слушай, мы можем так и жить. Использовать биологически неактивный порошок, который, наверное, спасет планету. Но ходить в чистых рубашках. Пойдем к Элдону. Вот, оно. Вот мой план. Сейчас я выхожу из дома в начале 9-го. Я скажу всем, что выхожу раньше, чтобы больше работать. И буду выходить в 7:30 с этим. Я бегу на станцию, чтобы успеть на поезд. Но вместо офиса захожу к Элдону. Там кидаю первую рубашку в стирку с нормальным порошком. Коробку я оставляю там, чтобы враг меня не засек. Беру рубашку, которую постирал накануне. Я ее глажу, пока идет стирка. Раз, два, три, дело в шляпе, я в чистом. А третья рубашка? Это рубашка-дублер. Я держу ее дома, стираю безопасным порошком. И ношу по выходным, чтобы испачкать. Она же и так грязная. Еще грязнее. Чтобы не вызывать подозрений. Понятно? Я могу жить по моральным принципам. Платить аренду. Помогать Дэйву с учебой и при этом быть успешным бизнесменом. Марк, ты должен управлять страной. Правда, Элдон? Спасибо. И долго это продлится? Сколько понадобится? Сколько понадобится ученым или кому там еще, чтобы придумать экологически безопасный порошок, который отмывает грязь? А это может занять десятки лет. Да, Марк, Стив, это же поразительно. Начальник Стива, Боб, убедил его, что единственный способ заработать деньги – это стать известным частным хирургом. Несколько дней спустя Стив попросился в хирургическое отделение. Садитесь. Ах, да. Интересное резюме. Есть несколько упущений. Перечислите свои публикации. Я пока ассистент. И еще не публиковался в официальных медицинских журналах. Пока. Когда сдали экзамен Королевского хирургического колледжа? Я работаю первый год, и мне пока нельзя сдавать этот экзамен. Но, конечно, сдам, как только смогу. Конечно. Сколько предметов вы сдали с отличием на выпускных экзаменах? Я не получал оценок с отличием. Какие награды вы получали? Не спешите. Я не участвовал в конкурсах. Сколько еще собеседований на позицию хирурга у вас запланировано? У меня пока больше нет приглашений. Это мое первое. Вы свободны. У нас были опасения насчет Эндрю, того гея. Мы слышали странные звуки из его комнаты. И я в итоге не вытерпел.
Стив, они там. Там. О, боже. Думаю, надо зайти. Что вы творите? Это Эндрю. С ним там парень. И они это... Я все выходные был на протестах. Мне угрожали полицейские. Я давал интервью для Gay Times. Ты сказал им, что ты гей? Мог бы получить скидку. Я был неоднозначен. В интересах дела. Парни, я вас туда не пущу. Свобода выбора сексуальных партнеров – основное право коммуны. По Конституции? Плевать. Стоп. О, да. Вот так. Черт. Фил сказал, что если кому-то в этом доме удалось переспать с женщиной, он заслужил 20-процентный бонус. И я думаю, что его бы многие поддержали, но... Руперт на такое не согласился бы. И, наконец, я вынужден прекратить твое членство в нашем сообществе. Тебе следует покинуть территорию... Руперт. Он давно ушел. Видишь, стул пустой. Протокол нельзя нарушать. Одну минутку. Почему он должен уйти? Он нас обманул. Эй, а как же моя двойная рента? Я получу возмещение? Не обязательно. Мы не уверены, что он не сменил ориентацию, уже живя с нами. Эта история с геем, который втайне спал с девушкой, потрясла Руперта. Я знаю, что он был задет. Стив не упомянул в книге, что Руперт хотел найти и приютить жителя амазонских лесов, потерявшего свой дом, изгнанного из дома из-за капиталистической вырубки. И он был готов скинуть 20% любому жителю джунглей. И еще 30 тому, кто докажет, что его дом уничтожили капиталисты. После истории с Эндрю все это стало невозможно. Стив и Марк отказались бы платить. Мало ли кто может раскрасить лицо и толкать речи о единстве с деревьями, добавить южноамериканский акцент, и Руперт купится. Так, слушай, есть идея. Вот. Хороший порошок, и это экологичная ерунда, почти одного цвета. И если пересыпать его в мешок и поменять с тем, что в коробке у нас, мне не придется стирать Уэлдона. А если у них будет разный запах? Ты не слышал? Руперт хочет перевести нас на этническую кухню, проявить уважение к разным культурам. Весь дом и так провоняет. Если кто-то проветрит? Никогда. Так, слушайте. Реальность. Реальность очевидна. Все указывает на то, что полиция избила его для дачи показаний. Нас должны услышать. Мы выскажем все. Согласны? Так. Мы пойдем через весь город к парламенту. В парламент! В парламент! В парламент! Руперт протестовал весь день. И тем же вечером выступал на крупном собрании в церкви. В чем дело? Руперт там толкает речь. Он ударился в религию? Нет, он старается вытащить кого-то из тюрьмы. Да, он больной. Думаю, копам давно пора его арестовать. Что там делает Джулия? Почему она с Рупертом? Пытается подселить к нам свою подругу Дженнет. Дженнет? Да, еще один источник дохода. В итоге, только он и разбогатеет. Мы все станем нищими. Всегда богатеют те, кто умеет нравиться. Красивые манипуляторы. Он в этом мастер. И что он сделает с деньгами? Оставит. Да кто отдаст ему деньги? Он боится работать. Мы же отдаем. И он, если захочет, найдет работу. Это не серьезно. Это все временно.
Вот, он тут главный. Это здесь ты теперь живешь? Да. Скажи маме, что я заберу вещи в выходные. Спасибо, что подвез. Ладно. Здравствуйте. Можно поговорить с констеблем О'Коннором? Да. Да, спасибо. Привет. Я должна кое-что сказать. У тебя есть время? Производил ли Руперт впечатление на девушек, бывавших у нас? Я думаю, да. Но Руперт не захотел спать с Дженнет, и она не слишком обрадовалась. Потом увидела мой пакет с белым порошком. Это она нас сдала полиции? Да, пожалуй. Но это был важный урок. Что из-за какой-то красотки с вечеринки можно загреметь в тюрьму ни за что. Подожди в машине. Марк Хантер. Мистер Марк Хантер! Так, мне сообщили, что здесь хранятся наркотики. Чем могу вам помочь? Я знаю из надежных источников, что в доме хранятся наркотики. Это что еще? Стиральный порошок? В любом обществе существует правило поведения. Где Дэвид? Есть допустимые поступки, а есть недопустимые. Ради бога, Руперт! Марк! Я был готов защищать тебя. Будь там кокаин. Ты понимаешь? Оказалось, он завидовал. Он давно и безуспешно нарывался на проблемы с законом. Участвовал в акциях протеста, перепробовал все. Ругался, ходил с плакатами. Даже кидал пустые банки из-под колы. Но его принимали за простого дурачка. Я был готов сесть с тобой. Ты бы никуда не сел. А нашел, как выкрутиться, кого подставить вместо себя. Я бы навещал тебя в тюрьме. Даже после того, как все твои родные тебя бы бросили. Я бы приходил. Каждый месяц. Но это... Это неприемлемо. Марк, если бы тебя арестовали, я бы тоже тебя поддержал. Да? Я бы тебя навещал. Ну, только недалеко. Что недалеко? Тюрьма. Тюрем же много. И что для тебя далеко? Там, где нет метро. Как минимум, Марк. Я надеюсь, ты понимаешь, что мы пересмотрим сумму твоего взноса за жилье. Это был стиральный порошок. Но, думаю, он испытал облегчение, когда узнал это. Ведь если бы меня посадили, а его нет, он бы умер от зависти.
Сестра. Да, да, мы отлично следим за вашим домом. 150 фунтов в месяц? Когда Марк и Дэйв съехали, это был удар. Идея общины просто провалилась. Даже Руперту пришлось искать работу. Меня взяли. Хотят, чтобы я начал сразу, думаю, из-за костюма или диссертации. А как твое собеседование? Там все куплено. Думаю, место дали жениху, его дочери или типа того. Я слышал, что ты съезжаешь? Да, там, конечно, неплохо, но... Эти времена прошли. Надо двигаться дальше. Как в 5 лет прыгаешь на велик, притворяясь Бэтменом, а потом все. Я больше не хочу быть Бэтменом. Может, и опаздывать перестанешь? Я даже подстригся и сменил имя. А кто займет комнату? Найдут кого-нибудь настолько тупого, чтобы платить вдвое за эту помойку. Ты сам там жил. Да, но у меня не было денег. К тому же они дают мне приветственный бонус. Они заплатят мне за то, что я соглашусь у них работать. Я ведь гений. Если ребята были согласны платить за меня, это их дело. Я им благодарен, но... Поэтому у нас 8 миллионов бездельников на бюджете, потому что правительство им платит. А еще такие герои, как Руперт. И если бы не они, в стране не было бы бедных. И не надо меня осуждать. Ты не хотел переезжать, когда был шанс. Пока не увидел эту самую Джулию. Тогда мне это не подходило. Эй, ты знал, что она не работала в арт-галерее? Ей папочка все устроил, чтобы чем-то занять. И посмотри на нее. Даже без диссертации. Ты думаешь, это меня остановит? Это зависит от того, кто ты. Или ты человек принципа и разбираешься в людях... Или думаешь членом? Вы знали, что Карл Маркс не завершил бы свой труд, не получив убежище в Британии? 20 миллионов русских, которых Сталин убил за его дело, сказали бы спасибо. Джеймс, Джеймс, плохие новости. Твой новый ассистент отказался от должности. Тогда возьму второго в списке. В том и дело. Я говорил с отделом кадров. И единственный, кто согласен... Четвертый в списке. Только не это. Недопустимо. Ты видел его резюме? Я не верю, что у него хватило наглости отправить его мне. Передай отделу кадров, чтобы позвонили в британский медицинский журнал и выставили вакансию. С этим проблема. Больницей управляют менеджеры. И они устанавливают правила. А значит, если ты не найдешь никого на замену сегодня к 5 часам, фонды отберут и ставку тоже. Наши фермеры... Эти жирные, жадные фермеры мешают бедным людям поставлять свою продукцию в магазины. Однажды Руперт вернулся с политического митинга в Хэмпстеде и решил, что голод в Африке вызван землевладельцами Хэмпшира. Только когда пошлины на импорт отменят и жадные землевладельцы пострадают, лишь тогда африканские фермеры смогут продавать свои товары по конкурентной цене. 2 недели назад ты считал иначе. Ты хотел запретить им продавать урожай. А как им зарабатывать? Прости, это снова лекции по христианскому социализму? Нет. Мы движемся дальше, Марк. Мы развивались, пока ты медленно умирал в офисе с кондиционером. И будь ты с нами. На углу ораторов в Гайд-парке ты бы видел людей, преданных делу. То есть ты хочешь сказать, что став геями, мы получим скидку на жилье? Когда-нибудь я запрещу таких, как ты. Вы должны понимать, что Руперт не хотел плохого. Проблема была в том, что он стал фанатиком.
Алло? Да, доктор. Это Джеймс Малуни. Я по поводу двухлетней стажировки в хирургии, которой вы интересовались. Дело в том, что наш кандидат уже нашел другое место в Абу-Даби, а вторая кандидатка сообщила по СМС, что беременна двойней. Я тут совсем ни при чем. Что? Он отказался? Я только что узнал, что если к 5 часам сегодня место не будет занято, меня оставят вообще без ассистента. Да, не надо волноваться о пробелах в вашем резюме. У вас будет 2 года, чтобы их заполнить. Можно письменное предложение? Да, конечно, мы его вышлем. Да. До свидания. Меня приняли. Круто! Здорово! Ну, это стоит отпраздновать. Устроим званый ужин. Приоденьтесь, повеселимся. Во что? У меня нет костюма. Так найди. Здравствуйте. Чем вам помочь? Что скажете? Бонд. Фил Бонд. Фил. Стивен. Купил? Стивен. В мире действуют силы зла. В свое время Руперт их расстреляет. Ты же его ненавидел? Да. До того, как он обещал расстрелы. Джулия, я завязываю галстук. Так ты придешь? А революционеры что, носят галстуки? Разве вы не должны носить кепки? 100 лет назад носили. Уже 21 век. У тебя вообще есть галстук? Типа того. Даже Руперт купил. Боб? Стивен, да. Привет. Мне очень жаль, что тебе тогда не достался билет. Так бывает. Знаешь что? Отвали.
Философы до сих пор лишь по-разному объясняли мир. Наша задача – менять его. Джулия в итоге вернулась к Стиву. Когда Боб сказал ему, сколько можно заработать на Харли-стрит, Стив понял, что только так он сможет соревноваться в доходе с банкирами и вернуть Джулию. И объявил, что хочет открыть клинику на Харли-стрит. Стив вообще был очень мягкотелым. Его не волновало, что она его бросила и изменяла с управляющим хеджевым фондом. Он знал, чего хочет, и сделал все, чтобы этого добиться. А интересы Джулии заключались в комнатных растениях, конкурсах по флористике и загородных прогулках на велосипеде. Ей было плевать, кто убил больше людей, Сталин или Гитлер. Как и многим, если честно. Но Стив понял, что если хочешь уговорить красивую, богатую девушку выйти за тебя, надо убедить ее, что твой доход будет выше, чем у банкира. И если это и есть любовь, то это будет нам уроком. 3 года спустя. У Дэвида все отлично. Он снимает квартиру в престижном районе. И каждый день ездит на работу по канатной дороге. Он изменился. Я прочитал место, где Стив пишет, как звонил мне в университет, а меня никогда не было, но... Думаю, люди могли это неверно понять. Это был мой способ справиться с напряжением в жизни. Я рад, что книга Стива имеет успех. Я не против успеха. Когда я впервые сел в кабинку канатной дороги, то понял, что моя жизнь изменится. Это было хорошее время. Руперт смог создать нечто особенное. Как вы знаете, неожиданный бестселлер «Эксперименты в анархии» побил все рекорды продаж. И все читатели задаются вопросом, что случилось с Рупертом и где он сейчас? Многие решили, он стыдится того, что сдался капитализму. Но спросим у него самого. Руперт вот-вот здесь появится. Руперт, расскажите нам о вашей работе биржевым брокером. Как я слышал, дела у него отличны. Он один из самых успешных биржевых брокеров в мире. Как рыба в воде. Сложно представить его в другой сфере. Удивлен ли я, что Руперт стал брокером? Нет. Если подумать, в этом нет ничего удивительного. Многие не понимают, что быть марксистом-революционером и брокером — это почти одно и то же. Мы пытались связаться с офисом Руперта, но безуспешно. Затем хотели устроить с ним интервью прямо на торгах, но он покупал медную шахту в Африке. 5 дней назад его секретарь пообещал нам интервью. Но Руперт оказался занят покупкой нефтяного месторождения в Казахстане. Но сегодня он согласился встретиться, и мы его ждем. Вера в свои способности. Способности причинять боль другим, не чувствуя ее самому. В способность отбирать деньги. Джилл, это сложно передать в 2 словах. А на большее у меня нет времени, я спешу в аэропорт. Но то, о чем вы спрашиваете, было уникальным периодом в жизни каждого из нас. Но когда вы читаете о том, как жили без налогов... Я сейчас плачу налоги за 40 человек. Но если вспомнить то время... Джилл, я не читал эту книгу. Она принесла Стиву успех, и я рад за него. Это было время, когда мы могли изучать жизнь так глубоко и активно, как мало кто мог себе позволить. Не будь у нас этого. Не прими я тогда таких решений, никто из них не получил бы такой опыт. Это сообщество подарило ребятам опыт, который стал определяющим для их юности, для их жизненного пути. И если вы оглянетесь на свою жизнь, если каждый зритель сделает это, сколько из вас могут похвастаться таким?
Прощай, Маркс. Фильм переведен и озвучен специально по заказу Creative Arts Media.